Так, ребята, приветствую. Вот такой теперь штукой буду пользоваться. Это получается, ну, не паяльная станция, а паяльный фен. Ну, фен для пайки, потому что мне не нужен паяльник, потому как у меня их очень много, да. У меня была необходимость именно в фене. Вот. Покажу, как работает. Классная штука. Ссылочки дам, где брал. Ребята контактные, хорошие. Идут на контакт. Значит, смотрите. Кстати, пока не возьмешь его в руки, да, он не работает. Не знаю, что там за датчик стоит. Здесь регулируется подача воздуха. Так регулируется температура. И я решил сравнить температуру с как раз термодатчиком у своего прибора. Текстера сейчас покажу. Сейчас выставили 300 градусов. Вот. Сейчас я покажу прибор. Ему нет смысла не верить. Вот. Сейчас к соплу поднесем. 300, да, у нас. Сейчас. Ну, видим, да, близко к температуре, к 300. От 300. Не врет. Опустим до 200. Очень хорошо, что термодатчик не врет. У фена, я имею в виду. Так, 200 мы поставили. Поставим 200. Так, сейчас, секунду. Скорее всего, будет остывать. А, ох, секунду. Это чуть больше. Ага, так так и есть, смотрите. 220, а не 200. Вот, смотрите. Прикольно. В общем, верить можно полностью датчику, который показывает температуру. Это очень радует. Я думал, будет хуже. Значит, в наборе шли насадки. Их немного. Три штуки. Вот таких диаметров. Ну и 5 миллиметров. То есть рабочий, который 5-миллиметровый. Вот. Я, в свою очередь, докупил. Сейчас покажу. Еще насадочек докупил, потому как маловато по мне. Сейчас покажу, как будет паять он. Так, взял еще такую штуку. Вакуумную присоску. Это когда микросхемы там отпаиваешь. Очень удобная штука. Работает так специфически, но работает. Так, сейчас попробую показать. Температуру поставил 320. Чтобы долго не морочить голову с этой микросхемой. Так.
Так, для микросхемы сопла маленькой надо брать больше. Возьмем для примера, для начала, такие мелкие детали в виде конденсаторов и прочего. Вот у нас все. Снимается он метально, без вопросов. Такие там конденсаторы. Вся эта мелочь. Очень удобно сразу все снимается. Моментально. Я вспоминаю свою эпопею с этим, с лампой. Конечно, лампа в этом плане это была печаль. Ну, за неимением паяльного фена и лампа пригодилась. Так, сейчас я поставлю насадку пошире и попробую отпаять уже микросхемы более крупные. Так, вот у нас насадочка-то побольше. Я думаю, мы сейчас справимся довольно быстро. Так, все уже можно снимать. Все, снял я эту штуку. Как видим, то же самое здесь можно показать. Снимается очень быстро. Так, сейчас. В чем прелесть, да, этих паяльных фенов? В том, что мы можем в том числе и паять пластмассовые какие-то разъемы, выключатели, микрики. Вот, например, сейчас покажу. Я уменьшил до 200, ну сейчас 220 сделаю. Вот. И попробую отпаять без повреждения пластика. Вот. Мы видим, да, как я выпаял. Выпаялся антипереключатель пластмассовый. Он не поврежден. Абсолютно. То есть нормальный выключатель. Вот, попробуем сейчас выпаять этот крупный камень. Попробую сейчас поменять насадку. Так, я взял максимальный диаметр, который есть. Попробуем отпаять вот этот процессор. Все, видите, мы его сняли. Моментально причем. Снялся он очень легко. Вот у нас тоже сняли, тоже снялся. Так, сейчас я вышел. Так, ну что можно сказать?
Очень доволен приобретением. Ссылку я дам в описании на тот магазин, где я приобретал. Это в Одессе у ребят. Привет ребятам, спасибо за хороший такой фен. Вот. Единственное, что надо докупить вот этих насадочек чуть побольше. Ну и для удобства взять такую штуку. Ну там как каждому свое, скажем так. Ну, кому-то одно подходит, кому-то другое. Вот. А так, в принципе, доволен очень. Так что всем спасибо, кому понравилось, ставьте лайки. И всем-то и всего доброго. До свидания.